Апрель вот уже четвертый год подряд начинается с ситцевой весны всероссийских соревнований по художественной гимнастике. В этом году в турнире почти 200 участниц из 15 городов России. Оба дня соревнований расписаны буквально по минутам. Сначала выступают совсем маленькие спортсменки, потом постарше. Вне зависимости от возраста участниц, требования к ним как ко взрослым гимнасткам. После Олимпиады у нас вступили в силу с 2013 года новые правила. Они нам нравятся, потому что в них появились танцевальные дорожки, как в фигурном катании. И именно маленькие детки с таким удовольствием сейчас танцуют, что и им нравится, и нам нравится, и зрителям очень нравится. Художественная гимнастика – очень красивый вид спорта. На выступление девочки выходят в блестящих костюмах, с макияжем и прическами. В общий балл не входит оценка внешнего облика. Но если судьям понравился образ гимнастки, отношение к девочке будет лучше. Карина Метелькова тренируется с 5 лет. Со своим наставником она продумывает не только свой облик, но и музыку, под которую будет выполнять упражнения. Обруч тоже песня «Та-ка-та». Вот, и она придает мне силы, и я могу под нее танцевать сколько хочу. Если я даже сделаю ошибку, я дальше танцую. Самым маленьким участницам обязательно выполнить упражнение без предмета. И на выбор выступить с мячом, обручем, скакалкой или булавами. Выбор элементов из общего списка определяет тренер по способностям девочки. Как бы ни компоновалась программа, она должна нравиться самой гимнастке. Когда я была маленькая, я увидела по телевизору, как занимаются девочки. И я сразу захотела пойти, я маму повела. Я начала заниматься в группе. Потом меня отобрали, я занималась у разных тренеров. Мне так привыкла, что художественной гимнастики, что не могу бросить ее. Мне очень она нравится. Для участниц важнее всего похвала, а не стандарты, медали, кубки или призы. Для себя я выступила хорошо. И Ирина Дмитриевна улыбнулась. Внимание! Похвалила меня. Тренеры уверены, из гуттаперчевых девочек обязательно вырастут профессиональные спортсменки. Возможно, олимпийские чемпионки. Тот, кто однажды влюбился в этот красивейший вид спорта, уже не разлюбит его никогда. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.